ситуаций в стране. Посы какие-то. Ну ладно. А все, нормально вроде. Желтой пылью наши окна запорошены. Среди день афганец бродит по горам. Я письмо тебе пишу. Да, начнем, начну. Юр, выложи в Ютубе, да? Кому посвящается эта песня? Леониду Алексеевичу Теплякову, боевому офицеру, командиру команды «Кобальт» провинции Бадахшан, лучшему боевому товарищу. День его 69-летия. У него сегодня день рождения, 69 лет исполняется. Желтой пылью наши окна запорошены. Третий день афганец бродит по горам. Я письмо тебе пишу, моя хорошая, из провинции Нагорный Бадахшан. Мне поет про горы грусть магнитофонная, а вокруг столпились горы наяву. И живу я здесь засадами, колоннами, да еще твоими письмами живу. Где отмечено, уставили в Коране ли, для чего живет на свете человек? Здесь сошлись два века в противостоянии, век 20 и 14 век. Здесь не верю ни в Аллаха, ни в Иисуса я, 10 заповедей душу не томят. Вся религия моя, головки русые, сыновей, что с фотографии глядят. Ни к чему здесь новомодные традиции, все указы здесь не значат ни черта. Пью я в отпуск под полковником милиции, он милиции московской не чета. Пью за дружбу боевую настоящую, пью за то, что он не смотрит свысока. Что меня он, ни ходячего, ни зрячего, 5 часов тащил по скалам до полка. Может быть, мои сумбурные каракули разбирать ты будешь слезы, не тая. Только сделай так, родная, чтоб не плакали письмо папины, читая сыновья. Только верь, и по законам человечности будет встреча, будет новая весна. Ты маяк мне, затерявшемуся в вечности, по призванию офицерская жена. Ты маяк мне, затерявшемуся в вечности, по призванию офицерская жена. Желтой пылью наши окна запорошены, третий день афганец бродит по горам. Я письмо тебе пишу, моя хорошая, из провинции афганский Бадахшан. Я письмо тебе пишу, моя хорошая, из провинции афганский Бадахшан. И еще афганский Бадахшан. Туда недавно мой товарищ, вот из 860-го полка здесь есть люди? Есть один, по крайней мере, я точно знаю. Димон приехал 3 недели назад, вернулся. Димка Федоров, разведчик 860-го полка, вернулся. 4-й раз поехал в Бадахшан, в Афганистан. И вот это вот тот самый лазурит привез, и киноварь из лазурита, высокая проба вот эта, он принес мне тут и перстень бадахшанский, в память об этом перстне, так что чему он на руке, потому что камень кровавый на самом деле, но память. Вот. И в Бадахшане сейчас, буквально 3 слова, мы же ничего не знаем, что произошло в Афганистане, нам тут всякую чушь лепят на телевизор. Бадахшан, провинция, город Файзабад, где мы были, рядом 860-й полк отдельный Масрюкова стоял. Центр наркотиков, поставки наркотиков из Афганистана сюда. Северный транзит на Петербург и потом дальше на все. Курирует его из Таджикистана один наркобарон, который сидит в районе Ош-Харога. Там никого туда не пускают, ни белых, ни красных, ни черных. Китайцы там заворачивают ребят, там 4 границы сходятся. И Бадахшан, и Файзабад процветают. Там никогда за все века не было асфальтированных дорог. Там натопанные верблюдами, там накатанные какими-то танками нашими. Дорожки асфальтированные, широкие. У нас в Москве до Рязани в 10 раз хуже дорога. С разметочкой? Вся, весь Файзабад асфальтирован с разметочкой. Да, с разметочкой, и все на нарко. И наркотрафик оттуда идет основной, который пиндосы курируют. Вот сейчас Медведев разрешил им сухопутный транзит.
Значит, в два раза больше наркотиков будет идти сюда, на Ленинград. Как всегда. Граница дырявая, не полезет она на верхотуру. У нас теперь два под предлогом для НАТО. Один воздушный транзит, это было там лет еще при Путине открыт. Теперь сухопутный. А это значит подстав, подскоки аэродрома подскоков, провяжусь станции, которые охраняться будут ООНовскими, считай, американской войска. Наркоманы, радуйтесь, беспредел наступил. Скоро будет наши отечественные, которые полно сейчас. И на всякий случай мы разделены этими американскими кордонами теперь на части повозок. Но не важно. Значит, эта песня была посвящена боевым ментам. Они с гордостью говорили, приехал к ним полковник, который с гордостью себя бил, говорит, я ленинградскую ментовку окончил. И все менты, они боевые менты. А вот сейчас, может, сериал, чье-то такое непонятное. Менты, беспредельщики в этих сериалах, ну смотрите, да, разбитые фонари и все прочее, больше беспредельщики, чем братва. И все смотрят. А там пикадоры, матадоры, кетчупы там все эти. Кричат, причем врывается, ну там играет этот ведь, да? Продуваемым войскам сыграли сбор. С днем рождения, полосатая братва. Мы продолжим долгожданный разговор. Подожди, сейчас. Извините, пожалуйста. Да я его два месяца сидел, слушал, три недели повторял. Перестарался, как в том анекдоте про актера, знаете, который говорил, вот вам меч в лобу и в графт, а потом, знаете, что он дальше сказал. Так перестарался, что ты... Сейчас, момент. Продуваемым войскам сыграли сбор. С днем рождения, полосатая братва, мы продолжим долгожданный разговор. Все про службу, да военные дела. Покуражимся, да в шутку и всерьез. Вспомним все, что возвращается во сне. И за встречу мы поднимем первый тост. За друзей, что были рядом на броне. И за встречу мы поднимем первый тост. Друзей, что были рядом на броне. Эх, братан, а помнишь первый наш прыжок? Старшину, как учились воевать. Начало долгожданное пошел, как земля кричала, ноги вашу мать. Мы, конечно, прокинем по второй АРД и вкус горячего песка. За ромашки куполов над головой. На десантные, на элитарные войска. За ромашки куполов над головой. За десант, за элитарные войска. Мы сегодня только нашим будем петь. Про любимых, что не плюнули в лицо. О девчонках, что успели овдоветь, не надевши обручальное кольцо. А потом на третьем встанем, помолчим. Жалко, нет в десанте жизни запасной. И за тех, кто, не сказав 501, нашей памяти ушли на затяжной. И за тех, кто, не сказав 501, нашей памяти ушли на затяжной. Мы надеялись, последняя война. Допал понравилось вождям красиво петь. И приходится, как прежде, пацанам ждать, надеяться, взрываться и гореть. С днем рождения, дорогие мужики! Тост четвертый, как строба, предельно прост. Чтоб горели вы, но только от любви. Чтоб друзья за вас не били, третий тост. Чтоб горели вы, но только от любви. Чтоб друзья за вас не били, третий тост. Это первый раз. Вот. Серега Карася, трудно подделать, интонация своеобразная. Значит, замечательная песня. Я просто несколько слов хочу сказать. Миша хотел замечательную песню, до слез пробрал, потому что и про московское ополчение. Я считаю себя коренным москвичом. Я во втором поколении 40 лет прожил. Больше 40, я уже 60 с лишним прожил в Москве. Мой отец прожил полвека. В ополчении были все мои дядьки и тетки, осталось живых только отец и двое и сестра. Это в ополчении просто.
по детской линии, в финскую сгорели 4 брата его в танке. Очень многие потери, дед мой командовал, ну, ветеран Первой мировой войны. Поэтому московское ополчение, замечательно, я думаю, Миша Калинкин, песню эту написал, исполнил. Похлопали ему, и Москву. Нет, это история великого города. Я однажды стал ругать Москву, и старый полковник, он сказал, да, говорит, ты прав, там Москва превратилась в полное дерьмо, но всем окружает было в Брянске. Но, говорит, запомните, говорит, Москва – это великий город. Все равно, что бы с ней ни делали, что бы ни творили. Поэтому, значит, ополчение. Кстати, я вот, отец мой умер, и в этом, им пока я был в деревне там находился, с его квартиры, сейчас она продается, сдается, сын перевез книги отцовские, там хорошие книги. И там потрясающая книга, жалко, Миша Калинка ушел, но я хотел ему сказать. Тогда был эксклюзивный выпуск, назывался «Венок славы», посвященный 50-летию Победы. Это 10 томов «Венок славы». Это не маршалов воспоминаний, не полих, не дипломатов. Это те, кто пережил ленинградскую блокаду, кто пережил московскую там почти блокаду, кто делал танки, женщинам целый том посвящен, тружениц тыла, стали в армии всем, все, кто работал на войну. И там есть стихи, не великих, там такие тоже есть каких-то композиторов, есть стихи, которые писали люди, просто люди. Это ложь, вот там были. И вот песни, которые мы сейчас знаем о войне отечественной, это, в общем-то, написано маститыми певцами. Они хорошие, замечательные песни, но мне нравятся больше те песни, которые в окопах писали тогда. Вот из одной этих окопных песен я возвращаюсь опять же к теме войны отечественной. Я попытался, ну, как-то переделать, потому что я слов-то не помню, ну, неважно. Она называется «Возвращение». Писали от души, писали, может, последний раз. Поэтому вот в этой книге они есть. Но никто, конечно, их не читает. 9-10 томов сейчас никто не будет читать. «Венок славы». Вот. Но там вся история Великой Отечественной войны. Это я попытался воспроизвести известную песню давно, где-нибудь «Победы». Не столы настоящие украшают наш дом, а снарядные ящики плащ-палатку кладем. По 100 грамм нам положено, фронтовой наш поем. Есть и банка порожняя, наливай-ка, дружок, за сторонку, за русскую, выпьем этот бокал. С той нехитрой закуской, что союзник прислал, за землянку уютную, фонаря огонек, за машину попутную, что идет на восток. Выпьем мы за товарищей, за друзей боевых, что прошли сквозь пожарища и остались в живых, а за тех, что не дожили, пав в жестоком бою, молча мы, как положено, пьем водку свою. Мы вернемся счастливыми, кончив долгий поход. Будут девушки милые нас встречать у ворот. И что было загадано, все исполнится в срок. Пусть горит за туманами дорогой огонек. И что было загадано, все исполнится в срок. Пусть горит за туманами дорогой огонек. Спасибо. А старый товарищ, я вам сейчас представлю. Это снайпер, десантник, афганец, ветеран, полковник МЧС. Вот сейчас он специалист, и он и супруга его парашютистка тоже, между прочим, специалист по тушению лесных пожаров, пожаров вообще. Ванька Якут, кличка его там удобно. Ванька уже дедом скоро будет, но он представляется, и Ванька Якут.
Прибыл давно пора сюда, в Москву, потому что у нас пожары. Тут и никто их не тушит, как я видел. Тут просто не было, у меня тоже. Ну, сейчас, Ванька, застроите всех и будут тушить. Теперь командую. Да, пожары там, много этих пожаров. В Якутии вроде, чего там, чему там гореть? Горят. И наводнение еще. Вон, а вот чего в Якутии? Полдома смыло ему. Тебе, а где? Я тушу по всей России. По всей России. Даже в Америке тушит вот он. И еще где-то там. Но очень специалист. Наша и жена его супруга. Это снайпер, это афганцы, которые в вагоне воду. Тяжело. Вот тут недавно информация прошла. Четверо сгорело, да? Восемь. Вань, да там поберегись уж там. Не поки по Афгане, что тебе тут гореть какие-то пожары? Работа там такая. Понятно. Вот. Это очень опасная профессия, я знаю, потому что работал со спасателями в прошлом году на пожарах в Луховицком районе. Я хочу уточнить, это не спасатели, это авиалесоохрана. Да у нас нет авиалесоохраны там. Вот я поэтому и уточняю. Создавать у нас по телевизору тушат пожары лесные. Теперь будет, понятно. МЧС. У нас неправда. Потому что МЧС пожары не тушат, А нет сейчас МЧС, потому что теперь спасательные части какие-то отдельные посвящены. Ну, не важно, бог с ним, не будем спорить. В общем, никто не тушит. Полоки вычерпали, оно опять горит там туда, по тушению торфяника. Но не важно. Значит, и вот, не виделись мы с 86-го года, так проездами где-то. Вот теперь ну, видели. Мы последний раз ну ладно, не важно, я от него поступила песня, сейчас пою. Старая песня, она написана в Афганистане. После, сразу написано после возвращения. Два брата. Вот, один очень похож на Ваньку и уехал туда же, в ту сторону, после Афгана, там, в Алакурти, это там, такой, далеко за полярье. Это баллада двух братьев. Я братьев двух когда-то знал. С одним в Афгане воевал, ходили к черту на рога и ведьмам зубы. Стрелять он был большой мастак, с 10 шагов менял пятак. Был по натуре весельчак, хоть с виду грубый. А старше был обществовед, на все вопросы знал ответ. Имел отдельный кабинет, машину, дачу. Жил то в Париже, то в Москве, имел 7 пядей в голове. Да дело даже не в уме, поймал удачу. И вот когда, закончив срок, мы все покинули Восток. Домой вернулись те, кто смог дойти до цели. Явился к старшему меньшой, все ж как-никак, а брат родной. Тот накрывает стол большой, он ждал и верил. Нам спирт окопной глотки сжег, а здесь французский коньячок. И корка, семга, балычок, язык в придачу. И почему-то вспомнил я, как провожали нас друзья. Чеснок, 4 сухаря и фляжка чачи. Меньшой сидел и молча пил, тут старший тост провозгласил. И выпил из последних сил за тех, кто в море. И повертев на свет стакан, как сказал Икая, слышь бы тут брата, да бросьте свой Афганистан, он не в фаворе. Пройдет каких-то пару лет, его забудут, был и нет. Твой автомат и пистолет купцам забава. Иные нынче времена, другие мерки и цена. Кому нужна твоя война? Ну что ты, права. Бери пример вон, хотя бы с меня. В героях не был я ни дня. А посмотри, моя семья в шелках и славе. Имею в обществе престиж, то в Лондон езжу, то в Париж, то в Риме с месяц погостишь, а то в Оттаве. Тут младшего тяжелый взгляд его прервал, отставит брат. Я не политик, я солдат, и мне до дверцы вся философия твоя и золотая чешуя не лысин тенций. Да что ты знаешь о войне? Вы здесь погрязли в барахле. И лозунг я тебе, ты мне, как песню вам. А на иного подлеца вполне хватило бы свинца, неполных 9 грамм. Чтоб ты в Европу ездить мог, дань кровью брал с меня восток. Да я больше износил топок, чем ты штиблетов. Ты здесь в арабскую кровать с женой ложишься почевать, а там привык на камне спать, я с пистолетом. Мой друг не мастер говорить, умел он в спорах трезвым быть. Но вижу, начал заводить его браточек. И друга я увел к себе, во избежание ЧП. Мы с ним бродили по Москве до самой ночи. Какая б ни была беда, мы
мы слез не лили никогда. Обидой горькая вода, бойцу опасно. Рус стиснул зубы, соль глотал. Что думал он, о чем гадал? Да я думал так же и молчал. Все было ясно. Потом судьба нас развела. Его на все север позвала. Меня замучили дела, работы, дети. А брат его общества нет. В Париж уехал на 5 лет. Он там большой авторитет. В посольстве 3-й. У него есть предложение. Все-таки приезжал Сашка сюда из своего лакурти задрипанного. Значит, когда вручали орден ему Красной Звезды. Мы пошли вместе. Причем одинаково, я получил, по линии армии получал как раз звезды, не по комитету, и он тоже, с разницей в неделю. Но все равно он приехал сюда, мы тут. Как раз скажу историю, когда у меня уже было, ему вручили, и мы пошли в какой ближайший ресторан, там ресторан «Националь». А уже перестройка, уже вовсю, и такие две рожи какой непонятные. Не то грязные, не то загорелые, ну, лезут туда, черт как одетые. Нас не пускали, но тогда у меня было еще удостоверение. Сотрудник комитета государственной безопасности. Значит, я... И злой я был, как черт, было плевать, я уже уходить собирался из этой конторы. Взял швейцар за горло на глазах изумленной публики. Нас пропустили моментально. И мы сидели, пили там. Вот воспоминания, я потом вот песню писал. А потом ночью поехали в Острякова, где поселок, где похоронен мой побратим Вадим Бурак и вертолетч. Называется «Орден в кулаке». Разожми кулак сведенный, друг, товарищ, пусть засветится и маливый рубин. Он тебе напомнит зарево пожарищ и разорванную сталь бронемашин. Он напомнит злое небо чеквардака, догорающий на склоне вертолет. Как захлебывалась 5-я атака и как грудью кто-то лег на пулемет. Но эти за столом под образами, за скатеркой и зеленого сукна, не они тебя на рейды провожали, и не они тебе вручали ордена. Знаешь, друг, давай пойдем по ресторанам, так давно ты в ресторанах не бывал. Поглядим, как там куражатся непманы, прожигающие частный капитал. Нам испустит все грехи официантка и под вопли электрических гитар. Ты расскажешь про обстрелы на Саланге, я тебе про непокорный Кандагар. Кто-то нас объявит жертвами ошибки, кто-то памятник при жизни возведет, кто-то в спину нам пролает недобитки, а кто-то руку понимающий пожмет. Помнишь Пашку? А Валерку из Баграма оба в 81-м полегли. У Павлухи только старенькая мама. А Валерка звал невесту Натали. Третий тост не прячет глаза, ведь мы мужчины. Ну-ка, девочка, неси еще вина. Звезды в рюмку по традиции старинной. Так на фронте обмывают ордена. Третий тост не прячет глаза, ведь мы мужчины. Ну-ка, девочка, неси еще вина. Звезды в рюмку по традиции старинной. Так на фронте обмывают ордена. Выйдем в полночь, постоим под фонарями. У бессонницы забвенья не проси. Отвези нас на свидание с друзьями. Несговорчивое позднее такси. Эй, шофер, неужто мало четвертного? Или слишком мы суровые на вид? Ну, подбрось нас до поселка Вострякова, постоять у краснозвездных пирамид. Эй, шофер, неужто мало четвертного? Или слишком суровые на вид? Ну, подбрось нас до поселка Вострякова, помолчать у краснозвездных пирамид. Значит, спою сейчас песню не потому, что там она самая лучшая, а потому, что мне не нравится, как поет ее Лещенко. Я знаю другим, кому не нравится. И рассказывает еще историю. Ну, он великий актер, хороший певец, чего мне рассказать. То, что он не был, никогда не видел. Ты я с колонны выходил.
103-й. Это я пел солдатам, не пошел в офицерские. Эти, все бани там были, по пути в Полихубрях не пошел, а ехал бронезом с солдатами. И жрал я тушенку фаршивую, спирт у солдат был и брага. И мы там сидели ночью, это февраль 89-го года. А это все рассказывали и думали, что будет дальше-то со всеми с нами. Я-то знал, что со мной дальше будет там. Да я знал, что сейчас дадут орден, вот орден дали потом, но по линии армии звание повысили. Да. А что будет с ребятами, я не знаю. Но это ребята 103-й Витебской дивизии гвардейской, которая уходила первая и уходила последняя, сворачивая за собой все. И она вышла в ночь 6 февраля 89-го года, заканчивая афганскую эпопею. Громов остался 2 разведбатами на Айбабаде и 15, как знаете, перешел. Вот. Значит, песня была такая. Когда мы на землю опустимся с гор, когда замолчат автоматы, когда отпылает последний костер, какими мы будем, ребята, когда отпылает последний костер, какими мы будем, ребята, когда раскаленный остынет гранит, когда отгремят камнепады, когда наши души любовь исцелит, какими мы будем, ребята, когда наши души любовь исцелит, какими мы будем, ребята, когда мы вернемся в раздолье берез, где нервы стреножить не надо, где высохнет соль от непролитых слез, какими мы будем, ребята, где высохнет соль от непролитых слез, какими мы будем, ребята, какие удачи еще впереди, какие нас ищут награды, когда отойдет, отомрет от боли, какими мы будем, ребята, когда отойдет, отомрет от боли, какими мы будем, ребята, когда заболит к непогоде плечо, пробитое возле Герата, и память толкнется висок горячо, какими мы станем, ребята, и память толкнется висок горячо, какими мы станем, ребята. Ребятам 7 за 50. Кто кем стал, приказ было нельзя. У некоторых внуки уже, вон, скоро внуки на подходе. Будет дедушка. Николаевич. Карась давно уже дедушка, но он самый старший. Сейчас хочу просто одну. Так кто-нибудь на правнуках. А? Николаевич. Молодец, а мои не хотят. Два близнецы. Близнецы по 36 лет, однояйцовые, никому не нужны. Акции у нас с женой 5 лет акции. Одного отдаем, второго на запчасти. Есть молодые от 18 до 20. Девушки, нет? Нет, дочь. Ну а что тогда нервы трепают? Николай, и кофе потом дать? Нет, я просто...